ярко-желтые очки, два сердечка на брюхе, развеселые зрачки. Я шагаю вдали в те районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Я ухожу, ухожу красиво. Спасибо огромное. Далее группа «Седьмое чувство». Ваши аплодисменты, друзья! Ну и, к слову сказать, ребята также выступают на мероприятиях, поэтому они всегда будут рады приглашению. Если вдруг у кого-то в ближайшее время намечается свадьба, либо юбилей, либо день рождения, либо еще какое-то другое грандиозное событие, то вы можете с ребятами связаться посредством социальных сетей, в частности, ВКонтакте, думаю, да, представлены ребята. Кавер-группа «Седьмое чувство», вы туда прямо можете написать. Ребята активные, они ответят вам сразу же. Ну, договоритесь, конечно же, о всех нюансах. Елена, но я тем временем наблюдала за нашими зрителями, выявляла для себя самых активных и уже подготовила для них призы. Вот сейчас отправляюсь к одному из них. Прям очень воодушевил меня своим танцем. Привет! Как тебя зовут? Атан! Давай вместе споем. Район! Массивы! Порталы! Район! Районы! Порталы! Районы! Живые! Массивы! Ну все, все, ставь, Слава, ставь! Подарок самое главное подарила, он счастлив! Еще одного мальчика двое я видела! Двое, ребят, было! Как тебя зовут? Мои необычные имена, дорогие зрители, вы тоже в течение сегодняшнего вечера наблюдайте за нами, активничайте и, конечно же, получайте классные призы, а мы будем тем временем делиться классными новостями и, конечно же, гостями. Тем временем я хочу сказать, что гости уже готовятся, и еще один небольшой конкурс проведем. Конкурс мы проведем обязательно.